Ищете подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравниваете цены? Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. Решающий период.
Бляхта горяда, сайт не пришел. Включающий на место. Они подъедут. Двукратно. Все, красному дали, нашему дали. Все. Все. Сатиев. С корейцем. С корейцем. Корейц тоже точно. Два дагестанца. Алдатов Украина в красном трико и в синем трико. Арсен Гитинов, представляющий Кыргызстан. Алдатов, чемпион мира 2006 года. Он стал в Китае чемпионом мира. И призер чемпионата мира 2007 года. Чемпион Европы и также призер. Выступает за Украину. Вот пробует ноги, берет за ноги нашего спортсмена. Очень выгодная позиция у спортсмена с Украины. Вот он берет один балл. Скрестный захват ноги. Ну, стойку надо. Оп! Оп! Давай, давай, давай! В первом периоде ведется спортсмен из Украины Алдатов. До конца, до конца!
15-й год еще. Спортсмен 1-1, третий решающий период будет сейчас впереди. Один был украинский спортсмен Алдатов, сбил Арсена, и вот сейчас идет на скоростный захват. Итак, решающие 20 секунд остается. По последним действиям наш спортсмен выигрывает у Алдатова. 1-1 в третьем периоде. 15-13 секунд. Давай, Арсен, держись. Арсен, держись. 7 секунд. Держи, молодец. Молодец, Арсен победил. Алдатов повержен. Молодец, Арсен! Поздравляем! Теперь на кого ходит он, а? На кого выходит? Болгария, Иран. С иранцем, да? Все нормально. Бронзу можно взять, даже финал может выйти. Болгария, Иран, сейчас будет хороший. Двукратный олимпийский чемпион. Видать, это его последняя олимпиада. И он очень собран, очень мудро проводит свои поединки. В лучшем случае, если наш Арсен Литинов выиграет у болгарского спортсмена, то за выход в финал, если Сайтиев выиграет все встречи, будет встречаться именно с Сайтиевым. Yeah.
очень щекотливое положение. Туше, да? Ну, 66 килограммов. За выход в полуфинал встречается Фарниев, Россия, и Спиридонов, Казахстан, в синем трико. Сенсация, да? Или второй период это? Второй период выиграл спортсмен. Еще время есть. Спиридонов идет 1-0 до за 33 секунды до окончания второго половины встречи. Вот проход номер хотел использовать Фарниев, получилось. 10 секунд остается. Упорно сопротивляется Спиридонов, не дает возможности Фарниеву отдать бал, потому что этот бал будет решающий. Вот, 1-0, второй период выиграл Спиридонов, 1-1.
держи, да? Пандора и Сайтиев, Бувасяр Сайтиев, 74 килограмма, борьба за выход в полуфинал. Поединок Арсена Гитинова с болгарским спортсменом Терзиевым. В этом поединке решается, кто же выйдет в полуфинал. Полуфинал весовой категории 74 килограмма Пекинской Олимпиады. Терзиев, Болгария в красном трико. И синий трико Арсен Гитинов, Кыргызстан. Ну вот, Гитина проходит в ноги, берет болгарского спортсмена. Должен взять балл, должен взять балл. Красным удар, да? Подними! Пиши! Три-три, да, по последним действиям наш пока впереди, но инициативу нашего борца, он, видите, он берет сейчас захват и возможен переворот накатом. Отойди, Арсен! Отойди, отойди! Осторожно! Итак, 5-2. Арсен Гитинов берет 2 балла, но борьба продолжается. Еще один балл наш спортсмен завоевывает. Шесть-пять, очень напряженный поединок, 6-5 ведет наш спортсмен. До конца периода остается 27 секунд. Четыре.
Первый период 6-6 и по последнему действию победил болгарский спортсмен. Оба спортсмена сделали по трехбалльному, по качеству не получилось. И последний балл взял болгарский спортсмен, и в итоге он выиграл. Вот он сейчас берет за ноги нашего спортсмена и берет балл. Три балла. Очень упорно, видите, что очень цепкий спортсмен из Болгарии. Вот берет за ногу Арсен Гетинов. Ну что, сможем сделать из этого выигрыша очко или нет? Поднимайся, поднимайся, Арсен. Еще время есть, пока 3-0 идет болгарский спортсмен. Ну вот, сейчас в очень хорошем положении. Один балл. Арсен берет. Ну, скрестный захват. Нет. Устал, устал немножко Арсен. Борьба продолжается. Ну соберись, Арсен, соберись, Арсен. Твой опыт, твой должен сыграть здесь значительную роль. Давай, вот сейчас выходит вперед. Наш спортсмен захват. Но опять упускает ногу. Да, гораздо свежее выглядит болгарский спортсмен. 30 секунд до конца второго периода со счетом 6-1. Ведет болгарский спортсмен. И опять захват ноги делает болгарский спортсмен. Да, это уже проигрыш. Девять-1, и в итоге на туше наш проигрывает спортсмен из Болгарии. Очень сильно провел эту встречу болгарский спортсмен и убедительно выиграл. Итак, на ковре А встречается наш спортсмен в красном трико Базар Базаргуруев. И его соперник, представитель Рении из Албании. Оба спортсмена опытные. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира в Баку. И вот жребий свел их в первом поединке Пекинской Олимпиады. Наш спортсмен выступает в красном трико, синим трико спортсмен из Албании. Албанскому спортсмену 25 лет, наш Базар Базаргуруев на 2 года моложе своего соперника. Албанский борец является участником Афинской Олимпиады. И затем вот на чемпионате мира в Баку он занял 3-е место. И в 2008 году он был 9-м призером чемпионата Европы, который проходил в финском городе Тампере. Но наши вольники приехали в Пекин в очень хорошем расположении духа. Ведь греко-римляне завоевали 2 медали, серебро и бронзу. Канаты бегали у Руслана Тюменбаева. И вот они при поднятом настроении готовились к своим поединкам на пекинском ковре. Но вчера после сгонки веса Базар Базаргуруев немножко плохо себя чувствовал, поздно лег спать, но утром проснулся и вот сейчас в полной решимости
добиться успеха на пекинском ковре. Я должен сказать, что жребий попался ему не самый трудный. Он попал в верхнюю половину сетки. И здесь у него основными соперниками являются вот албанский спортсмен, затем победитель встречи Украина-Америка. А внизу там наш брат с Казахстана будет встречаться с другими спортсменами из Японии, Таджикистана. И вот кто же выйдет с этой пульки после двух встреч на встречу за выход в финал. Давайте немножко потерпим. Первая половина встречи проходит в разведке. Вот осталось 15 секунд, пока счет 0-0. И, видимо, фишка судьи решит, кто же возьмет захват ногу. Ну вот наш Базар-Базару проходит ноги. Остается 5 секунд. 5 секунд. 0-0. Очень упорный поединок. Никто не хочет уступать друг другу. Ну вот, сейчас будем ждать. Ну что ж, повезло нашему спортсмену. И он берет захват ноги. Вот он шанс, в первом периоде. Ну, я думаю, что Базар не упустит этого шанса. Дай бог, давайте пожелаем успеха нашему спортсмену. Берется захват. Не выпускает его. И похоже, что есть балл, победный балл. И первый период со счетом 1-0 выигрывает наш спортсмен. Ну вот вы видите, сейчас тренер сборной национальной Кыргызстана Анарбек Усенханов, заслуженный тренер страны, секундирует Базару Базаргуру его. Ну что ж, первый поединок позади. Я должен сказать, что после сгонки веса каждый спортсмен в первом поединке проявляет чудеса, можно сказать, мужества, потому что не очень хорошее состояние. Ну и вот нужно преодолеть это. И вот сейчас вы видите, что пока все идет удачно. Я так волнуюсь, потому что есть возможность выйти на медаль нашему спортсмену. Итак, второй период. Давайте поболеем за нашего спортсмена Базар Базаргуруев. Он уже третий год борется за нашу страну, является бронзовым призером чемпионата мира прошлого года, чемпионом Азии 2007 года. И вот сейчас он пробует силы впервые на олимпийском ковре Пекина. Я должен сказать, что организация Олимпиады в Пекине вызывает восхищение. Очень прекрасные спортивные сооружения, очень много зрителей. Китайские болельщики являются ярыми поклонниками своих команд, и не случайно Китай. Вот сейчас за ногу берет наш спортсмен. Ну давай, нужен балл выигрывать в этом периоде, и тогда все закончится. Прекрасно. Вот еще один балл победный нашему спортсмену. Молодец, Базар Базаргуруев. Вот уже во втором периоде он завоевывает второй балл. Первый балл он взял за то, что сбил соперника с ног. И вот вынес его за пределы ковра. 2-0 ведет. Заканчивается первая минута второй половины. И еще одну минуту остается выстоять нашему спортсмену. И он проходит во второй круг, где его будет ждать победитель встречи между спортсменом с Украины Федерейшеном. Мы его прекрасно знаем. Он на финской олимпиаде победил нашего Надырбекулу Улана. И вот сейчас, возможно, он опять выйдет против нашего киргизского спортсмена, если он одолеет только представителя американской команды. Ну, великолепно проводит этот поединок Базар Базаргуруев. Я думаю, что он уже не упустит своего шанса. Да, приходится албанскому спортсмену апеллировать, но ничего не поделаешь. Очень стойкий боец Базар Базаргуруев. Вот он проходит в ноги, делает захват. Ну, остается буквально 18-16-15. Ну, Базар, давай, держись, крепись, и победа будет первой встречи в твоих руках. Ну, 5, 4, 3, 2. Итак, давайте поздравим Базар Базаргуруева с первой победой на пекинской олимпиаде. Итак, со счетом 2-0 в двух периодах побеждает наш спортсмен. 2-0.
выиграл Базар Базаргуров. Ну что ж, поздравления нашему спортсмену. Пусть теперь готовится ко второй встрече. Казахстан, Индия. Это борется в верхней сетке для нас. Будущего соперника нашего спортсмена. Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает? Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза. Зал IMAX и новый зал Dolby Atmos с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Один, да? Ну что ж, начинается второй круг, и на мате А встречается спортсмен из Кыргызстана Базар Базаргуров, он на ваших экранах в красном трико, и Василий Федерейшн, который в первом круге сумел одолеть спортсмена из Соединенных Штатов Америки Майкла Садика. И вот второй круг. Сейчас определится, кто же из этих спортсменов выйдет в полуфинал, который будет бороться за бронзовую награду. Василий Федерейшн опытный спортсмен на прошлой Олимпиаде. Именно он выбил из дальнейшей борьбы нашего спортсмена на борьбе Кулумбана, победив со счетом 3-2. И вот вы видите, что оба спортсмена ведут борьбу за захват. Кто же сможет взять захват, активно действует Базар Базаргуруев, пытаясь пройти в ноги, но Василий Федерейшн, представитель украинской школы борьбы, тоже не подарок и смело ведет этот поединок. И вот замечание обоим борцам, нужно активнее проводить этот поединок. Базар Базаргуруев, красном трико справа на ваших экранах, и его соперник Василий Федерейшн. Оба спортсмена прекрасно прошли. Ну вот вы видите, прекрасный балл берет наш спортсмен, контратакуя. Взял выигрышный балл у спортсмена, сейчас захват за ноги. И
Но пробует. Базар-базар-гуру. Приемы на спортсмене Украины, представитель Украины. И вот продолжение поединка в стойке. Базар-базар-гуру бронзовый призер чемпионата мира в Баку. Очень хорошо подошел к нынешним состязаниям. Правда, был несколько... Ну вот, накрывает. Нет, выходит из положения Василий. За что? За трико. Замечание, да? Ну вот, видите, наш спортсмен получает предупреждение, очко, за то, что взял за трико. За трико. Два, один первый период выиграет украинский спортсмен. Это случайность или как? Или... Ну вот, наступает второй период второго тура, где встречается Базар-базар Груев и украинский спортсмен Василий Федорейчик. Ну, первый балл в первом периоде взял наш спортсмен, и вот хоть его за трико получил предупреждение, и со счетом 2-1 победил в первом периоде спортсмен Украины. Ну, вот видите, сейчас Базар-базар Груев начал активно ездить, потому что если он этот период не выиграет, то в итоге он может проиграть по двум периодам. Поэтому в этом задача нашего спортсмена в этом периоде выиграть, чтобы в заключительном третьем периоде определить, кто же станет победителем, кто же выйдет в дальнейший круг соревнований. Итак, на исходе первая минута, 48 секунд прошло, пока счет 0-0. Спортсмены ведут борьбу за захват. Ну, вы видите, конечно, тактика украинского спортсмена здесь не дать балла, потом будет надежда на фишку, кому выпадет счастливая фишка. Поэтому он не проводит активные действия, а защищается. Ну, наш спортсмен должен атаковать, идти вперед и завоевывать победный балл. Но Василий Федорейчик — это очень опытный спортсмен. И он не дает возможности, вы видите, что все защищается очень умело, защищается украинский спортсмен. Итак, 10 секунд. Остается до конца второго периода. Ноль-ноль. Вы видите, чуть-чуть не попал в щекотливое положение на спортсмен. Ну вот. Кому же выходит фишка? А если наш выстоит? Давай, базар! Да, вы видите, что фишка выпала на пользу украинского спортсмена, и он берет захват. Теперь в этом положении очень сложно Базар-базар Груеву. Вы видите, очень нервный, напряженный поединок, и судья делал замечание. Все, в этом поединке побеждает украинский спортсмен. Ну вот, уже вторую Олимпиаду подряд украинский спортсмен преграждает дальнейшую борьбу нашему спортсмену. Победу одержал украинский спортсмен и выходит в полуфинал. Итак, дорогие друзья, на ковре американский борец Майкл Задик, он в красном трико, и наш борец Базар-базар Груев. После проигрыша Василию Федорейчику, который вышел в финальную часть, он попал в утешительный турнир
в борьбе за бронзовую награду. И вот первая встреча с американцем Задиком, который проиграл также в первом туре. Украинскому спортсмену. Я должен сказать, что после того обидного поражения, которое потерпел наш спортсмен с украинским борцом Василием Федоровичем, я напомню, что на чемпионате мира в Баку наш спортсмен выиграл у украинского борца. И вот здесь произошел реванш. Причем во втором периоде мы не знаем, за что, за какое действие дали предупреждение нашему борцу, и 2 балла выиграл Federation. И вот сейчас в утешительном, как говорится, поединке наш спортсмен борется с американским борцом Маклом Задиком. Ну что ж, давайте, вот заканчивается первая половина встречи, осталось менее 25 секунд, пока 0-0, и вот кому выпадет жребий фишка. Еще осталось буквально 15 секунд до конца первого периода. Но наш спортсмен пытался пройти в ноги, но очень аккуратно защищается американский борец. И вот завершается первая половина встречи. Счет 0-0. И сейчас по фишке судья вытащит. Тоже будет держать захват ноги. Ну что ж, на этот первый период счастье улыбается нашим спортсменам. Сейчас Базар-Базар-Гуру будет делать захват ноги. Я думаю, что в этом преимущество спортсмена большое, и завершится удачно для нашего спортсмена. Внимание, вот дерется захват. Ну давай, Базар-Базар, да. Вот выносит спортсмена. Да, все. Итак, наш спортсмен получает победный балл. Первый период со счетом 1-0 выигрывает наш спортсмен. Ну что ж, давайте пожелаем удачи во втором периоде и во всей встрече, во всем этом поединке. Ну вот сейчас Анарбек Усинханов, главный тренер сборной команды, секундирует наших борцов. Конечно, он внесет какие-то коррективы, подскажет нашему спортсмену, как проводить поединок далее. Подождите, я же на работе. Ну. Внимание. Ну вот, начинается второй раунд поединка за выход в борьбе за бронзовую награду Пекинской Олимпиады. Американский спортсмен, проиграв первый период, идет в атаку, но Базар-Базар-Гуру удачно контратакует. Отходит, пытался захват ноги взять американский спортсмен, но наш борец очень ловко увернулся от этого приема и продолжает натиск. Ну вот, вы слышите, наши болельщики наконец. Громче, поактивнее, что вы как будто спите? Итак, прошла 1 минута, счет пока 0-0. И в этом периоде еще не ясно. Целая минута, это целая вещь в борьбе. И мы сейчас посмотрим, как будет продолжаться этот поединок. Ну вот, американский борец пытался сбиться в стойки. Но нет активных действий со стороны нашего борца. Кыргызстан! Ну что ж, поединок продолжается. До конца остается 20 секунд. Очень пытается спортсмена найти. Вот захват ноги вышел на спортсмен, но что-то очень неуверенно проводит этот прием. И не дает своему сопернику взять за ноги наш спортсмен. Истекли 2 минуты, и опять сейчас жребий. Опять жребий, сейчас вы видите, кто же будет браться за захват ноги. Ну вот, второй раз улыбнулось счастье нашим спортсменам.
и он берет на захват ноги. Вот берет захват ноги и... Итак, победный балл нашего спортсмена. И теперь Базар Базаргуру выходит в следующий круг, где его ждет японский борец. Японский борец Ямото и будет биться за третье место. Место весовой категории 60 килограммов. По вольной борьбе выйдет представитель Кыргызстана Базар Базаргуруев. Противником его будет японский борец Кениши Ямото. Вот эти два спортсмена сейчас в первой встрече спорят первую бронзовую награду весовой категории 60 килограммов. Итак, через несколько секунд начался этот поединок. В красном трико выступает наш спортсмен и синим трико японский. Я должен сказать, что японский борец прекрасно прошел первые две схватки. Он выиграл у Виталия Корякина из Таджикистана со счетом 5-0. Во второй встрече он выиграл у индийского спортсмена, чемпиона Азии Одесвара Дута со счетом 3-1. И за выход в финал он проиграл украинскому спортсмену Василию Федоришину со счетом 1-3. И вот через утешительные поединки наш Базар Базаргуруев вышел в поединок за бронзовую медаль со спортсменом из Японии Кениши Ямото. Оба спортсмена участвовали на чемпионате мира в Баку, где наш спортсмен завоевал бронзовую награду, а Кениши Ямото был 22-м в этой весовой категории.
И вот сейчас вы видите, что японский спортсмен хорошо подготовился к Олимпиаде в бикини и вышел в финальную часть этих соревнований. И вот борется за бронзовую награду. А его оппонентом является спортсмен. Вот проход правую ногу, но очень активно защищался на спортсмен и не дал сделать захват. Базар Базаргуруев, ему 25 лет. Он является чемпионом Азии 2007 года. Этот чемпионат у нас проходил в Бишкеке. Затем он стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку. И вот он упорно готовился к своей первой Олимпиаде, которая состоялась вот в Пекине. И приехав на Олимпиаду в Пекин, он себя прекрасно чувствовал. Но не вчера вот буквально у него было недомогание, головокружение некоторое, немного плохо спал. Но спортсмен мужественный и, показав бойцовские качества, провел первый поединок с албанским спортсменом, бронзовым призером чемпионата мира в Баку. Он легко эту встречу выиграл, но во второй встрече он проиграл спортсмену из Украины Федоришину. Конечно, был спорный поединок. Спорный поединок. Ну вот, видите, ничейный счет, и по жребию захват ноги берет японский спортсмен. В предыдущей встрече дважды Базар Базаргуруев вал. И вот японский спортсмен проводит прием. И, как видите, этот поединок в первом периоде завершился победой японского спортсмена. Ну, а сейчас предстоит еще второй поединок, второй период. Я думаю, сейчас тренеры сделают коррективы. Нужно собраться, Базар, соберись. Итак, вторая половина, второй период. Красным трико Базар Базаргуруев, синим трико Кениши Ямото. Более активно начинает этот поединок наш спортсмен. Конечно, вот после захвата в первом периоде мне по жребию достался японскому спортсмену. Сейчас нужно активизировать борьбу Базаргуруеву. Поактивнее надо, поактивнее. Уже прошло 30 секунд. Так бороться нельзя. Надо активно, активно действовать. Борьба за бронзовую награду. Здесь ни одной секунды нельзя стоять. Работать, только работать надо. Идти в атаку. Вот что и делает Базар Базаргуруев. Но очень внимателен в защите японский борец. Поактивнее, поактивнее. Вот так вот. Иди в захват. Проход в ноги. Разнообразную борьбу нужно показать. Ну вот, вы видите, сейчас отдает ногу наш спортсмен. Очень трудное положение у нашего спортсмена. Выйдет ли он из этого или нет? Буквально прием показывает спортсмен из Японии, и он уже впереди. Очень-очень активно проводит этот поединок японский спортсмен. Ну что ж, 4 секунды до конца встречи, но уже все протеряно для наших спортсменов. Бронзовую награду завоевал японский спортсмен Кениши Ямото. Ну что ж, наше поздравление. Базар Базаргуруев занял 5-е место.
свидание, встреча с друзьями, новая работа, а надеть все так же нечего? Оптимальное сочетание одежды, обуви и аксессуаров на любой случай и вкус. Дордой Плаза. Шопинг, который приносит радость.
Ну вот это с нашей верхней половины сетки встречается спортсмен из Таджикистана Виктор Карякин, якут по происхождению, и его соперник из Японии. Ямамото. Карякин синий, красное трико, и Ямамото, Японии, синим трико. Победитель этой пары будет встречаться с казахстанцем Бауржаном Аразгалиевым. И потом, кто победит в этой встрече, в случае успеха нашего спортсмена, в полуфинале за выход в финал встретятся эти спортсмены. Карякин берет очко. Это тебя дуск, ты дуск, он тебя не бачка, давай! Гнать, Мордоча, гнать! Ну, вы видели, что сейчас спортсмен из Таджикистана взял победный балл. И выиграл первый перевод. Японец, да? Чуть Маркин! Накрыл, накрыл, да? Ну, вы видели, что... Ну вот видите, накрыл японский спортсмен, якутского спортсмена из Таджикистана. И Ямамото выходит в следующий круг, где он будет встречаться с индусом.